Всем привет, дорогие гости и подписчики моего канала. Меня зовут Наташа, и вы на канале Королевство игрушек. Сегодня у меня видео, это обзор моей новой игрушки. Эту игрушку заказал мне мой сын. Ему 6 лет, это развивайка. То есть он захотел себе вот именно такую игрушку, и теперь я ее сейчас только довязала и решила снять видео. Игрушка очень классная, мне понравилась, он вообще от нее в восторге, без ума постоянно теперь играет, вот выхватывает, даже не хотел давать мне снимать. Ну, я вот уговорила. Это у нас стручок гороха. Смотрите, вот он мой стручочек гороха. Вязала я его 2 дня, вчера и сегодня. Вяжется очень-очень-очень интересно. То есть вязать, здесь надо сшивать замочек, вывязывать, сшивать детальки. Итак, похоже это на пенал. Смотрите, выглядит это вот так. Эти горошинки, они просто оттуда достаются. Вынимаются. Связала я 7 горошин. Цвета радуги собрала все в кучу, и вот такая вот, вот такой вот получился стручок. Здесь я вшивала замок, вывязывала листик, ввязывала, привязывала вот эту вот штучку, и это тоже отдельно, все так отдельно эти шарики сначала связала. То есть вот так они получается, вот они. Красный, оранжевый, желтенький. Вязала я эти горошки из детской новинки. Наполняла холофайбером. Мастер-класс, это, конечно же, не мой, горошинки. Сама там выдумала, смотрела в интернете, как связать стручок. Нашла по видео. И вот, пожалуйста, смотрела видео, вязала. Итак. Зелененькая, голубая, синяя и фиолетовая. Одну фиолетовую горошинку я связала уже из Ализе Софти Бэби. У меня фиолетового детской новинки не было, поэтому вот получилось связать, чтобы не бежать в магазин из-за вот одного цвета. Использовала то, что есть в наличии. Не люблю вообще бегать по магазинам. Нитки я вообще, в принципе, закупаю на базе. Приехала, закупила оптом очень много и все. И чтобы мне не бежать из-за одного мотка. Поэтому вот так вот получилось. Ну, у меня это нисколько... То есть смотрим, она вот так вот у меня закрывается. Здесь я привязала листочек. Вот такая вот горошина. Видите сами по размеру, сколько она. Длинненькая такая довольно-таки. Но вязать очень-очень интересно. Развивайка для детей. Здоровская. Прям классная. Вот. Вязать тоже очень интересно. Я, наверное, на этом не остановлюсь. Вяжу еще парочку. В подарок своим племянникам свяжу, ребятишечкам. Вязать прям интересно, очень интересно. И мне очень понравился конечный результат. Это прям... А как доволен мой ребенок, это не передать вообще словами. Так что вот такая вот у меня горошинка. На этом заканчиваю свое видео. Про горошинку рассказала. Не забывайте подписываться на канал, ставить свои лайки, задавайте вопросы в комментариях. Всем приятного дня, отличного настроения. Пока-пока!